Привет, друзья! Сегодня в гости к нам пришла наша хорошая знакомая Света Морозова со своими очаровательными детками. Света является главным претендентом на звание «Миссис Russian America 2020». Свет, поздоровайся с народом! Всем привет! Всем привет! Свет, расскажи в двух словах, для чего тебе это все надо? Да, в первую очередь для себя, конечно, я всем этим занялась, чтобы побороть свои комплексы, страхи, какие-то убеждения, и что-то себе установки. Доказать, да? Да, что-то себе доказать в первую очередь. Скажи, у тебя есть какой-то опыт в таких мероприятиях? Нет, никакого опыта нет, я первый раз. А как это было? Ты вот просто сидела онлайн или кто-то тебе позвонил, сказал, Света, там будет конкурс, я считаю, ты должна прийти, забрать приз и уйти домой. Как это было? Просто хорошая знакомая скинула мне объявление о кастинге, и я решила, даже не решила, я сначала мимо ушей все это пропустила, опять как обычно, мимо глаз. Я как-то всегда мимо все это пропускала себя, проходила мимо, точнее, так скажем. А тут думаю, нет, дай-ка я обратно попробую, посмотрю, что за кастинг, интересно, может быть, пойти. Я считаю, всегда надо идти туда, где страшно. Вот, мне кажется, что за этим кроется такой ресурс силы, большой силы. Вот. Я так всегда интересно. Стараюсь идти. Туда, да. Где страшно. Да, я так всегда стараюсь делать. То есть, если ты боишься чего-то, нужно пойти это сделать. Интересно. Да. Слушай, а что для тебя самое сложное в подготовке к этому конкурсу? Сложнее всего дисциплина мне сейчас дается. Ну, потому что все-таки двое детей — это такая сложная история. Нужно успеть и выспаться, и в джим сходить, да. Я видел твои посты, где ты там наяриваешь эти... Штанги. Ну, не штанги, нет, но ты там плейн делаешь, и ситапс, и приседания, и все это. Как часто? Да, да, и сейчас, конечно, гораздо чаще стало все это делать. Это тоже девочки мои видят, дочки, и тоже со мной стали повторять. Это тоже... Я начал повторять. Вот видишь, как полезно, что я пошла участвовать. Ну, я, правда, сдох до того, как ты закончила свои плэнкс, я уже все. Света, расскажи, какие будут конкурсы? Я знаю, там будет несколько, там, танцы, да. Стишки, изложения. Как это там будет? Кто-то... Да. Кто-то будет петь? У нас будет 5 номеров, 5 выходов, 5 показов. Точнее, мы будем показывать одежду 5 дизайнеров. Вот, то есть у нас будет, я не буду рассказывать все подробности, потом мы все это узнаем, но у нас будет 5 разных дизайнеров и 5 разных абсолютно номеров по характеру, по силе и по харизме, наверное, как это правильно сказать. Да. То есть здесь, мне кажется, даже дело не в красоте, потому что каждая девушка по-своему красива, а именно в харизме человека. Потому что бывает человек, ну вот так вот внешне не сильно привлекательный, но настолько обаятельный, такой харизматичный, что ты сразу влюбляешься в этого человека. У тебя с этим проблем не будет. Спасибо. Слушай, а пить ты не будешь ничего? Нет, мы там не поем. Нет, Гена, я не пою. А для меня? Давай сыграй лучше что-нибудь. Так, что мы поем? Мы поем. А что ты умеешь петь? Что я умею петь? Все, что хочу. Все, что хочу. Что вижу, то и пою. Да. Но вообще я играть не умею, если честно. Отлично, у нас получится тандем. Ребят, спасибо. Извините, что да, мы вам не спели, не сыграли. Я знаю вот один аккорд. Но я обещаю, к следующему разу я выучу второй аккорд. Вот. Свет, тебе спасибо, что ты ко мне пришла сегодня в гости. Еще пойдем пить чай. Спасибо огромное, Ген. Очень приятно было. Да, я надеюсь, что... Для тебя это будет только первый степ в твоей длинной дороге наверх. Спасибо. Триумфу. Вау. Я буду за тебя болеть, все мои друзья будут болеть, и я тебе желаю первое место. О, спасибо, Ген, огромное. Мне очень понравилось с тобой общаться, такие интересные вопросы. Все, ребят, спасибо, до следующих встреч.